Масленичная неделя для воспитанников реабилитационного центра началась утром понедельника. Ребят ожидала насыщенная программа, загадки, игры, танцы и веселые конкурсы. Они провожали зиму песнями и теплыми улыбками. Организаторами праздника в этом году вновь выступили социальные педагоги и волонтеры педагогического колледжа. Масленица, ну это самое любимое мероприятие. Здесь можно оторваться, поплясать, похулиганить. К тому же это встреча тепла, встреча весны. Волонтеры педколледжа неоднократно уже участвуют здесь в различных мероприятиях. Очень любят дарить улыбки, радость детям и всегда получают взамен то же самое тепло, которое дают. Целых 3 месяца дети радовались снежным забавам. Сама зима призналась, что эти проводы она будет помнить долго, ведь гости зарядили ее энергией и порадовали хорошим настроением. Своими веселыми играми, плясками и тем, что мы проводили меня, тем, что мы кидали снежки в наши чучела. На смену зиме пришла весна. Она заверила ребят, что и это время года может принести им немало радости и эмоций, а значит, поводов для грусти нет. Что я могу предложить? Главное, безопасность, я считаю, весной. А вообще веселиться – это предлетнее состояние, все-таки веселое время года. Так что веселитесь, ребята. Подопечные центра встретили весну с особой радостью. Они признаются, что ждут от этого времени года только хорошее. В конце праздника для гостей приготовили традиционное угощение – горячий чай и блины. Завершится масленичная неделя в воскресенье 6 марта. Карина Анисимова, Азат Давлетшин, информационная программа «Время новостей».